Знакомьтесь, КАМАЗ-5490 Евро-5. Автомобиль состоит из узлов и агрегатов Daimler. Водитель с 5-летним стажем Андрей Кожевников тестирует мощный и экономичный двигатель, пневмоподвеску ведущего моста. Он с гордостью рассказывает, что управлять такой машиной одно удовольствие. Больше места элементарно здесь, где-то что-то положить, какие-то органайзеры, как-то что-то. Пневмоподвеска здесь появилась, уже гораздо мягче, уже легче будет в дороге на этой машине. Это новинка КАМАЗа. Выносливое авто рассчитано как на междугороднее сообщение, так и на международные. От точки А до точки Б качественно и удобно. Немаловажный фактор и соответствие экологическому стандарту Евро-5, что позволяет ей колесить по всей Европе. Если клиенты переживают за обслуживание, то не стоит. Наш сервис-центр оснащен всеми требованиями. Бояться нечего, мы думаем о нашем клиенте. Модель этого КАМАЗа собрана, учитывая вкусы водителей, говорят эксперты. Полный электропакет, спальник на 2 этажа, а чтобы в дороге не пришлось скучать, в кабине водителя встроена современная магнитола. К слову, и это еще не все. Конструкторы учли много деталей. Уже в базовой комплектации имеется тахограф. Компания КАМАЗ Евросервис на рынке уже 15 лет. Они являются единственным аттестованным сервисным центром по Кызылординской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях. Сотрудники осуществляют не только продажу, но и переоборудование авто. В их сфере услуг техосмотр, сервисно-гарантийное обслуживание и выездная бригада механиков. Сейчас организовали программу специальную по подготовке сервисных баз дилеров. В этой программе участвуют практически все дилеры на территории Республики Казахстан. И завод в том числе будет помогать им по оснащению их сервиса специальным инструментом, оборудованием, обучению специалистов, персонала. И это еще не все. Самое приятное для клиентов компании – это цены, которые на редкость являются ниже аналогичных, а это 30%. Также нужно отметить, что срок гарантии КАМАЗа 5490 составляет 2 года. Шудин Саидов, Амантай Ольбеков, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании ОТРР.